Привет, ребята, с вами бабушка Гульнара, и сегодня я расскажу вам одну очень познавательную историю про мальчика по имени Чонгук. Жили-были малыш Гуки, и никто даже и подумать не мог, что из такого милого карапуза он превратится в человека, который захочет власть. Попасть в Биг-Хит было самым простым делом, но вот позже у него начались конкретные проблемы. Лидером выбрали не его, а какого-то там рэпа-монстера. Pardon? Желая смены власти, Гуки решил действовать. Иногда его внутренние демоны давали о себе знать. Но он никогда не подавал вида. Он, как хитрый лис, следил за своими хёнами, перенимая самые сильные черты их характеров. Он стал просто машиной, идущей к своей цели. И первым делом было откормить своих хёнов, чтобы они стали жирненькими, и он мог светить своими божественными ляшечками. От второго пункта Чонгука даже бабушка Гульнара бы не отказалась, потому что он решил доводить своих хёнов до полумёртвого состояния своим мега-искусным массажем. Третьей стадией получения лидерства в группе было сделать кучу ужасных снимков и шантажировать хёнов впоследствии. Чонгуки такой злой мальчик, кошмар. Но четвёртая стадия иногда очень сильно выходила из-под контроля, потому что Чонгук Шайтан решил затмить всех своей неземной красотой. И вот, однажды ему все-таки разрешили солировать. А чем все это дело закончилось, мы расскажем в 1385 серии, так что ждите и не